Финальная игра русского сезона в Форте Боярд 2006. Встречаются команда Александра Иншакова и команда Руслана Нигматуллина. Сегодня мы узнаем, кто получит золото Форта. Составы команд: Олег Тактаров, Алексей Воевода, Александр Иншаков, Елена Замолодчикова. Решетка пошла! Команда Руслана Нигматуллина. Руслан Нигматуллин. Игорь Жижикин. Светлана Мастеркова. Алена Свиридова. Победители получат право распорядиться всем золотом Форта. Победи легкой не ходи! В бою мы честно победим! Мои искренние аплодисменты. Мои искренние аплодисменты. Ну вот прошло совсем немного времени, а если честно, несколько месяцев, для того, чтобы определились финалисты Олимпийских игр в Форте Боярд, русский сезон 2006 года. Наверное, все-таки спорт завоевал первенство в прямом переносном смысле, и сильнейшие вышли в финал. И традиция нашей программы в том, что нужно представлять команды. А я думаю, что вы абсолютно знаете, кто перед вами стоит. Ну, давайте сделаем как в футболе. Когда Наполе... Когда Наполе в футболе выходят знаменитые игроки Зидан, Рональдиньо, Бекхэм, все равно их представляют. Поэтому я думаю, что это удовольствие и честь и для Елены Кориковой, и для Екатерины Коноваловой представить сегодняшних финалистов. Рональдо, Пеле, Гаринча, Замолочкова, гол! Но сделаем мы это коротко. Итак, команда непобедимых. Три богатыря и маленькая, но прекрасная дюймовочка. Рядом со мной капитан Александр Иншаков. Непобедимый капитан. Алексей Воевода. Олег Тактаров. И, наконец, Елена Замолодчикова. Наш капитан команды Руслан Нигматуллин. Игорь Жижикин. Алена Свиридова. И Светлана Мастеркова. Это легенда. Это легенда. Даже для тех, кто смотрел не все наши матчи, не все наши встречи, наверное, появилось ощущение, что участники этих команд знают Форт не хуже меня. Их практически уже можно без Моники оставлять в клетке с тиграми. Тигры к ним привыкли. Но, тем не менее, я постараюсь, чтобы сегодняшняя игра была по-настоящему финальной, трудной, напряженной и интересной для тех, кто сегодня болеет за свои команды. Они четвертый раз выходят сегодня на борьбу в этом сезоне. И я долго думал, кому отдать право пойти за первым ключом. Я и так думал. Я практически не спал ночь накануне. И решил, что я предложу вам самое страшное испытание, самую страшную задачку. Старинная русская «Орел и Решка». Здесь у меня золотой форт, за который вы будете бояться, золотой бояр, за который вы будете бороться. Здесь с одной стороны тигр, с другой стороны форт. Ну что, кому отдать предпочтение? Выбирайте. Тигр, форт. Мы тигры. Тигры. У нас есть. Ну, а нам нужен форт. И Жикин, скройся с глаз. Форт Боярд в руках у нас. Зато тигры нам будут помогать. Как вам этот Пастернак? Стихи наши. Не, я цитировал. Домашний. Александр. Да? Ну? Вау! Мы первые! Тигры! Все-таки, да, русские традиции начинают в красном. А вот кто выиграет, мы посмотрим чуть позже. Начинают и заканчивают. Ну, нет, заканчивать сегодня будут все, только кто по эту сторону решетки, а кто по ту. Ну что, итак, начинается последняя игра этого сезона. Болейте за своих. В игре 6 ключей, 4 подсказки, слово в сокровищнице и золото форта. У команд есть по 6 испытаний, чтобы завоевать ключи и получить право первыми войти в сокровищницу. Непременное условие – дуэли, где команды соревнуются между собой. Первая дуэль – загадка фура. За правильный ответ игрок получает ключ. За неправильный ключ получает соперник. Время всех испытаний ограничено. Право первой войти в сокровищницу и выложить ключевое слово получает команда, которая набирает наибольшее количество ключей. Ну что,
Сьелябулля гонг, сьелябулля. Начинаем. Вперед. Ну что, я решил пооригинальничать, и вот обычный этот женский конкурс я хочу посмотреть, как сегодня выполнит человек-машина. Левую руку, Игорь. А думаете, сойдется этот наручник? Не так просто все. Сойдется наручник? Сойдется. Ну, ему, наверное, не привыкать, он же артист. Ну, все, в общем, будут препятствия, их надо убирать. Желательно не отламывать, а откручивать. Ладно, потому что не хочется разрушать форт. Отламывать это к Токтарову и воеводе. Да. Ну, вы тоже мастера. Ну что, вы уходите за первым ключом. Удачи вам. Время ограничено. Давай. Оно еще меньше, чем в полуфинале. Итак, Игорь Жижихин за первым ключом для красных. Удачи. Финал. Слушай внимательно. И пошел. Да. Отлично. Первый круг. Ник. Вроде бы, правильно. Где желтые, откручиваешь. Молодец, отлично. Молодец, давай. Быстрей. Двумя руками. Молодец, давай. А он не должен? Игорь, отлично, молодец. Еще быстрее постарайся. Так, а здесь-то как? Двумя руками. Вот тот момент, который простой. Молодец, прошел. Без этих самых. Молодец, он отлично идет. Молодец. Есть время. Но все равно поторопись. Нам очень нужен этот ключ. Отлично. Молодец, давай, Горюш. Отлично. Двумя. Примерно отлично. Шестым, да, отлично. Да. Я делала такой конкурс, он очень скоростной, внимательный, много опрометчивых движений, но тем не менее очень достаточно спокойно можно пройти его. Единственное, что, конечно же, время сейчас меньше, нежели чем в играх, которые мы играли несколько месяцев назад. Молодец, он делает. Молодец, Игорь, он делает. Отлично, быстро. Да, под трубой, отлично. Игорь, побыстрее, там просто все. Отлично! Молодец. Он давай, успевает. Игорь, он успевает. Давай, отлично. Давай. Ой, да, он успевает. Давай, Игорек. Молодец, супер. Последний кран. Откручивай верхний кран. Откручивай его. Супер. Быстрее. Быстрее, время. Время осталось совсем чуть-чуть. Давай, Игорек. Молодец, супер. Время, ребята. Давай. Поверни. Все, хватай, выбегай. Выходи скорее. Хватай его! Рви его! Он снимается просто! Снимай, беги! Какой ты молодец! Какой ты молодец! Ты справился с заданием! Я думал, я сейчас с трубой выбегу! Ребята, мы отправляем Руслана к Фура! Мы надеемся на второй ключ. Давай. Удачи тебе. Давай. Вперед. А мы побежали. Русик, давай. Пока. Бежим, посмотрим. Пока. Молодец. Ну что, вас можно поздравить с первым ключом. Да, это спасибо. Было великолепно. Спасибо. Да, вас можно с чем-то уже поздравить? Ну вот я надеюсь, что сейчас, через минутку, наверное, нас можно будет с чем-то поздравить. Мы отправили Фура Олега. В любом случае, мы нам желаем удачи. И я думаю, что она держит верх в этой дуэли. Да? Я думаю, что мы что-то призвали на команды. Хороший человек. Давайте посмотрим, за итогом соревнования будем. Спешат. Ну, наконец. Посмотрим на сочетание ума и силы. Возможно ли такое? Люблю понаблюдать. Сижу я в этой башне много лет. Мне нужен только правильный ответ. Готовы? Начинаем. Она бывает забавной и глупой. Зашедшая далеко ведет к ссоре, удачная поддержит в беде и горе. Не всегда уместно. Рядом с правдой говорят ее место. Ваш ответ?
какой ответ. Ключик остается. Какой ответ? Как? Ложь. Ложь. Нет. Шутка. И ключик остается у вас. Я поздравляю. О, ну что ж, это только первая разгадка. Спешите. Спасибо. Дело умных предвидеть беду. Дело храбрых управляться с бедою. Подсобраться. Вы знаете, я... Ничего. Соберитесь. Пока только начало игры. Да, два ключа – это уже отрыв, но, тем не менее, его сейчас можно легко сократить. Я бы хотел капитана команды отправить за первым ключом. Только вот президент Ассоциации каскадеров России может себе позволить здесь, в такую вольность, в форте Байерт, прогуляться по карнизу. Если эта прогулка будет удачной, вы принесете команде первый ключ, Александр. Естественно, за определенное количество времени. Ну что, я так нарочно, чтобы подбодрить. Маленькая просьба. Можно попозже приемы? Опять промолчал? Да, конечно. Для вас все. Любой ваш каприз, Александр Иванович. Ну что, время для Иншакова пошло. Синий уходит за первым ключом. Вперед. Саше нужно всего лишь пройтись по карнизу. Здесь главное держаться руками, в распор вставать и держаться очень крепко. Главное руками держаться за потолок. Крепко в потолок. Я думаю, что он сообразит, как это делать. Ему тяжело, потому что... Достаточно узкая приступочка, ноги соскальзывают. Более того, как вы видите, карниз неравномерный. Там есть дырки. Может, попробовать по стене пройти? Саша, постарайся аккуратно, держись крепко за потолок. Как бы старайся идти в распор. Вот это вот очень сложно. Даже не знаю, что посоветовать. Да. Спокойно. Саша, спокойно. Спокойно. Ему страшно. Саш, давай, перешагивай. Сашка, ты в молодости таких перешагивал. Да, перешагивал, но здесь что-то не хватает. Блин, это скандерский подвиг. Боится ногу, да? Боится ногу. Ну, конечно, тем более... Не хватает длины, ребята. Так, да. Нет. Саш, еще назад идти так же. Саш, мы понимаем, сложно, но время идет, половина времени уже прошло. Да. Ну ладно, вас проведет Либуль, мы вас ждем. Побежали да, дальше? Да, простите, ребята. Пока у нас нету ключей. Пока нам немножко не везет. Ну ничего, это дело поправимое. Что? Да. Пока ничего. Да, пока команду «Синих» преследует неудача за неудачей, но тем не менее отчаиваться не нужно. Все-таки я думаю, что можно еще переломить ход игры. Я думаю, что через какое-то время Лебуль приведет Иншакова. В общем, соберитесь. Сейчас будет дуэль. Дуэль от красных пойдет Игорь, а от синих пойдет Олег Токтаров. Значит, двойная лестница. Значит, единственное, что я хочу напомнить, при выполнении этого испытания многие все ошибались. Уже, нужно будет по лестнице по этой пройтись, когда отвяжете и пройдете там вот эти узелки, возьмете ключи. При помощи этих ключей нужно открыть боксы, которые находятся под лестницей входной, соответствующие цвету команды. Понятно, да? Итак, дуэль для синих и красных. И для друзей. Просто дергаешь. Две лестницы, вы будете рядышком, да. Давайте, когда вы будете готовы, я дам команду к началу. Подожди, так не это. Нам зайти можно или нет? Да, конечно, конечно. Не теряйтесь, ребята. Заготовьтесь. Смотрите. Вы видите ключ? Вот так идти, что ли, по лестнице? Да. Ключ в конце. Один, вот две. Да, да, да. Все правильно вы расположились. Готовы или нет? Да. Начали. Олег. Не забывайте про веревочки. Первую пропускаем. Да, шнурочки тонкие, развязывайте. Просто...
просто делай. Аккуратно. Да, молодец, дальше. Вдвоем там очень тесно. Отлично. Молодец, Игорь, давай. У них очень сильные руки. Да. В какой-то момент приходится висеть на одной руке. Да. Посмотри на их руки, они могут висеть на одну. Давай. Игорюша, дергай за кончик, веревочки сразу. Отлично, молодец. Олег, отлично. Давай. Олег, еще чуть-чуть. Игорь, совсем осталось немного. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делать? Игорюша, продолжай. Окей. Давай, вытаскивай, просто дергай за него. Давай заново. Нет, как там нельзя. Дергай за них. Нельзя дергать, нельзя отрывать. Никуда не дергать. Только заново, Олег, к сожалению. Тащи веревку. Открывай ящик. Ящик открывай. Красный. Мы по привычке. Домой сезон. Зачем? Окей, что? Молодец, выходи. Давай. Это делал? Вау, что? Покажи вау. Руки. Что? Просто отлично. Хорошо, что я ящики перепутала. Ну что, бежим по старту? Что делать? Заново включим? Бежим. Мы без ключей. Ну что, Леонид, у нас три ключа. Нет, должен вам сказать, что за эти несколько месяцев я наблюдаю за Еленой Кориковой. Как она любит, когда команда побеждает. Сегодня она вся сияет. На самом деле, мне не очень пока нравится игра, скажу вам честно. Не могу это сказать синим, поскольку они немножко как-то в комплексах находятся. Но уже три ключа – это большой отрыв, да? Поэтому не расслабляйтесь, сохраняйте это преимущество. Руслан, это одно из любимых приключений. Давайте, вас пока вам будут готовить страховку. Это тоже прогулка по карнизу, которая была у синих только внутри помещения у Иншакова. Угу. Вы будете гулять по карнизу там, снаружи форта. Когда вы заготовитесь и вам застегнут карабин страховочный, угу. Я начну отсчет времени. Вы должны пройтись по карнизу, взять ключ и таким же образом вернуться. Угу. Вот. Это реальный шанс, чтобы красные получили еще один ключ. Если вы получите сейчас четвертый ключ, то действительно отрыв будет почти недосягаемый. Но игра есть игра. Конечно. Руслан, мы с тобой. Давай. Поставь. Прилип, да, к стеночке. Он помнишь, готов. Что ты... Вперед. Помнишь, что ты на страховочке? Угу. К стеночке прилип. Без суеты. Да, а, без когда суеты. Застегнут карабин, скажете? Без суеты. Ну, я на самом деле увижу. С той стороны тоже, конечно. Конечно, не все равно. Но о чем он не боится высоты. Он смелый. Он не боится высоты. Время для Руслана пошло. Красные ушли за четвертым ключом. Спокойно. А как же оно слышит правильно? Говорят, что он нас слышит, ребят, давайте. Руслан, давайте, Ваня. Молодец, отлично. Мне кажется, сейчас не мешайте. Нельзя мешать, ему нужно спокойненько, чтобы... Руслан, но только не очень тихо. Спокойненько, Русланчик, нормально. Ну надо еще чуть, много времени. Чуть поактивнее, Русланчик, чуть поактивнее. Сосредоточься и ноги не стой на носочках. Поактивнее это на время, Рус. Надо было боком это делать. Руслан, не только за верхнюю часть держаться. Русик. Да. Вот. Вот там дальше там. Выступ. Давай, это там слышно. Выступ, да. Чуть дальше выступ есть, Рус. Не иди на носочках. Нормально. Молодец. Супер. Он почувствовал. Молодец. Теперь вниз опуститься нужно будет на полшага. Поставь стопу дальше, чтобы вторая поместилась. Молодец. Отлично. Ищи выступы там. Пониже, на уровне головы обычно. Ищи выступы, за что держаться. Молодец, да. Молодец. Главное, чтобы отлично. Вы были уверены там. Тогда... Молодец. Все слышно. Ты совсем рядом. Бери его. Да. Нет, ключ. Ключ. За ключ возьми. Возьми за ключ. Ты держишься за кольцо. А. Просто сними его аккуратней. Вот. На руку одень. Одень на руку. Одел. Давай, возвращайся. Если вот так же пойдешь, будет отлично. Ключ. Давай, молодец.
Время есть. Совсем немного осталось. Руслан, ты великолепен. Не бойся, держись. Вот здесь опасный момент. Осторожный. Падай телом. Ну что, супер. Нам нужен следующий ключ. Нам все надо, чтобы держали. Держи поставь. Выступ на полстопы. Вот. И там же нет ручек, из которой нужно держаться. Приходится максимум прислоняться, то есть быть полностью параллельным стене. И есть просто шанс сорваться. Ну что, я даже не знаю, что вам говорить. Мне хочется вас как-то поддержать. Я за 4 месяца привык к вам, и вы знаете, что я к вашей команде испытываю естественные симпатии. Правда, так же, как и к команде красных. Отрыв мне этот не нравится. Вот сейчас, наверное, пограничная ситуация. Если сейчас вы все-таки начнете добывать ключи, то можно сравнять счет. Я просто по своему опыту. Поэтому я хочу сейчас как бы наверняка угадать. Я хочу отправить Алексея на сетку с камнями. Значит, надо будет вытащить сетку с камнями. Фиксируется этот канат. Главное, в принципе, поднять. Да, и он фиксирует. Да, и вот, да, да. Я думаю, что здесь все ясно. И параллельно хочу сразу отправить, Олег. Я хочу параллельно отправить вас готовиться к следующей дуэли с красным. Давайте. Все. Вперед. Удачи, Олег. Ну что? А там будет упор, да? Есть, да, все, все, там все. Стена есть, все нормально. Я надеюсь, что вы справитесь. Еще бы, такому богатырю не справиться. Ну что, те, кто болеет за синих, я присоединяюсь. Хочется обострить игру. Вперед! И ключ находится рядом с этой сеткой. Соответственно, нужно сделать это очень быстро и подтянуть ее как можно ближе к балкону. Помогай, ногами. Знаешь, у него и так получается, на самом деле, даже без упора. Леша, отлично, молодец. Времени больше, чем достаточно. Ты делаешь это очень легко и очень быстро. Времени много. Продолжай в том же духе. Главное, дыши правильно. Что? Дыши правильно. Давай, давай. Работа, работа, все нормально. Я еще высоко. Еще метр и ключ появится. Давай. Немного. Да, да, бери его, да. Только не уроди. Да. Давай. Молодец. Здорово. По-моему, очень легко. Да? Как для тебя это было? Нормально. Элементарно. Ну, ребята, с первым ключом вас. Давайте продолжать. Ничего, 4-1, ничего. Итак, еще одна дуэль. У красных 4 ключа, у вас 1 ключ. От красных готовится Игорь, а от синих там Олег Трактаров. Это будет адская лестница. Короче, ребята должны сами для себя создавать лестницу. Вы будете подсказывать. Я надеюсь, что страховочные веревки у вас впереди. Олег, Игорь, да? Все нормально. Готовы или нет? Тяжелый очень. Готовы. Это тяжелый конкурс в этом сезоне, но вообще никому не удается. Но я надеюсь, что такого уровня спортсмены справятся. Но вот кто первый, посмотрим. Начали! Я ему помню. Я вообще ничего не делал никогда. А дальше что? Ты сможешь дотянуться до ключа? Нет, я боюсь, что не выпрыгну. А он
Он тактический. Тебе нужна хотя бы одна палка. Держись, Олег, держись. Взял? Ты взял ключ? Я не взял. Снова, давай. Ребята, я вас поздравляю. У нас такого это не здорово. Было. Да, у нас тоже такого не было. Действительно, игра не бывала. Ну что? Как он достал? Катя! Выходите, ребята! Как ты достал его? Ай, молодец! Молодец! Ты вообще молодец. Сначала мы лазили по лестнице, потом мы лазили по брусьям. А вот если бы сначала мы лазили по брусьям, потом мы боролись бы или боксовались бы, лежим близко мне. А так они, видите, как циркач выполняет два конкурса подряд. Ну, конечно, Игорь тут не виноват, он сделал все, что умеет, красиво сделал, классно. И этого было достаточно для победы. Достаточно. Мы чуть не пробежали. Вы видели, как это было? Вы красиво? Знаете, я уже даже как-то не реагирую на ваши ключи, потому что любое задание вам по нипочем. Плечу. Да, наши по плечу. Ну, действительно, отрыв невероятный. Я думаю, что исход первой половины игры предрешен. Я думаю, что они уже не смогут догнать вас, поскольку у вас уже 5 ключей. И сейчас задание, с которым, я надеюсь, вы справитесь, пойдет Руслан и Алена. Вам нужно будет пересыпать черпаками песок в специальный такой приемник для того, чтобы сработали весы. То есть должное количество песка перевесить в весы, и тогда вы получите ключ. Ну, я удачи желаю вам. Давайте, ребята. Все это нужно сделать за определенное количество времени. Алена и Руслан. Красные ушли за пятым ключом. Ребят, 5 секунд, осмотритесь. Как осмотрим? Осмотрелись. Ходите друг друга, все ясно, да? Давай, первый. Черпаки держите посильнее. Отлично, да. Давай, постарайтесь не просыпать. Тихо. На ровном, на одинаковом уровне. Давай. Поближе. Алена, держи. Поближе. Держи крепче, Алена. Алена, крепче держи. Убейся, Алена. Не просыпайте, очень аккуратно. Пониже, Алена, сделай, чтобы он засыпал. Вот. Нет, мимо не просыпай. Хорошо. Отлично. Держи. Перебегай. Давай. Аленка, держи. Она сама может перекрыть. А, ему надо. Выше. Прогибай. Отлично. Прогибай. Давайте, ребята. Проверь. Подвинься, не нужно мне, на ровном расстоянии. Помоги ей, Руслан, упрись в нее чуть-чуть, упрись. Держите давай. Сильнее. А можно, вытяни черпак свой. Ее забрать, эту штучку. Нельзя, там уже. Пониже опусти, постарайся пониже. Она не может. На одном уровне нужно это сделать. У нее сил нет. Ничего, человек, пробуй. Давай, сыпь. Молодец. Главное, не мимо. Молодец! Отлично! Все, засыпай. Аккуратно убери. Засыпай. Да. Поднимай его. Открывай крышку. Да, открыто. Да. Выше поднимай. Рука выше. Выше, не просыпай. Чего? Теперь да. Ровно посередине высыпай. Аккуратно. Ровно посередине. Ровно посередине он видит. Назад, немножко назад. Да, давай. Да. Чуть-чуть дальше. Да. Нет, назад. Отлично, отлипай. Теперь все то же самое сначала. Бегом только, бегом. То же самое сначала. Давай, Лена, больше нужно было. Теперь. Побольше надо было. Побольше? Давай побольше. Нет, да? Она очень... Побольше. Давайте, ребята, у нас мало времени. Время остается мало, давайте. Все, сыпь. Уже пытайтесь побыстрее. Все, перебегай. Они уже поняли. Молодец. Все, смотри. Видишь, когда сидеть время уже, особенно нельзя заложить. Ребят, пересыпайте и быстро. Все, Алена, все, ты да. Уже выходи. Нет, подожди его. Пересыпай, выходи. Все, выходи. Быстрее. На самом деле это очень сложно. Ты крышку закрыл случайно. В чем была вся суть? В чем была суть? Зацепить. Ну ничего, отлично. Мы так за вас болели, что сорвали голоса. По крайней мере, очень хороший конкурс. Ничего. Ну что, бежим?
Отлично. У нас... Бежим. Побежали. Подождите, ребята. Алена, мы тебя отправляем к Фуруа. Хорошо. Давай, нам нужно... Аленушка, Аленушка, давай. Давай. А мы бежим. Обмани его. Выведи у него. Тайну всю. Слушай, я так орала. Тайну кожу моя. Надо сплавать. Так вот, бежим, бежим, бежим. Загоняйте, загоняйте. Ну что, 5-1 по-прежнему. Счет, конечно, разгромный, но мы не теряем надежды. И думаем, что нам, возможно, удачу принесет дуэль Фура. Негодяй. Отправилась у нас на нее Лена. У вас кто пошел? И у нас Лена. И у вас Лена. Алена, да. Ну что, посмотрим, какая Лена возьмет ключ. Я буду говорить, гордиться. Спешат, спешат. Они приходят только забирать. Ну что ж, занятней дела нет, чем им загадывать головоломки. Прошу, ох, их быстрота ума меня пленяет. Особенно прекрасной дамы. Ну, я отвлекся. Моя загадка. Эта ягода жажду утоляет. В ваших местах плохо произрастает. Если подарит ее жениху, отказ от свадьбы. Это означает... Арбуз, арбуз. Вы угадали. Свой ключ вы заработали по праву. Своей команде принесете славу. Вы угадали. Спасибо. Ну что ж, красивый, честный поединок. Большая редкость в наши времена. Ленка, умница. Молодец! Аленушка, мы тебя любим! Так должно было быть. 5-2. Ален, не расстраивайся. Кое-что уже. Побежали. Я единственное, что хочу сказать, вы знаете, когда команды проигрывают, то обычно это свойственно артистам, они как-то вдаются в мерехлюнди. Вы немножко сейчас отстали, но это не по-спортивному. Проигрывать, даже если проигрывать на этом первом этапе, нужно достойно и весело. Волей-неволей хочется как-то обыграть ваше 60-летие, Александр Иванович. И да. Вот спортсмен... Да нет, подождите, станьте на место. Алексей Воевода хочет сделать вам подарок 60-летию и достать третий ключ для вашей команды. Это будет ручные... А? Забилось такси. Руки забиты, ручные педали. Ты сможешь? Можно я пойду? Может, капитана отправим, а? А? Нет, давайте. Нет, давайте, я пошел, все, пофиг. Нет, 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 я все-таки... Биться до последнего, нормально, я пошел. У него легкая рука. Легкая не в том смысле, да, а легкая в смысле на добычу ключей. Ну что? Дайте. Вперед. Телом тоже помогать. Время для воеводы пошло. Не спите. Ручные педали. Лучше бы мне. Максимально, все получится. Да, 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 но он очень сильный. Он может отдыхать на середине пути. Вот сейчас давай, это можно сделать. Леша, вставай. Леха, и докручивай максимально руками. Леха, у нас нет времени. У нас нет времени. Время полно, Леха, отдохни лучше. Лучше отдохни. Постой, отдохни. Главное, не отпускай педали, потому что они тут же откатятся назад. По одной руке стряхни, по одной. Сохраняй дыхание, но не переставай крутить. Я рукам отдохну. Молодец. Время достаточно. Отдохни еще. Подыши, есть возможность подышать. А если ногами? Максимально. Леш, не спеши, наберись, стряхни руками. Стряхни по одной. Все, надо идти, Леха. Это половина пути. Время? Да, давай. Чем половина, давай. Молодец. Давай, немного еще. Я еще останавливаюсь. Темп, давай. Еще чуть-чуть. Все, чуть-чуть. Все, чуть-чуть.
лучше сяду. Лучше, Лёшечка. Ну, расскажи, как. Или не можешь говорить? Просто руки забили. Никто об этом не знает, что они у тебя так забит. Ребят, я вас поздравляю. Третий ключ. 5-3. А, молодец. Добежишь? И у тебя поднестишь. Это испытание называется «Сизиф». Нужно будет при помощи специальной такой подставки «Кия» загнать ядро на гору и положить специальную лунку. Если это получится за определенное количество времени, которое я отвожу для этого испытания, то вы получите еще один ключ. Хорошо, я готова. Вы готовы? Светик, не стандарт. Все, пожалуйста. Постан, проводи. Светулечка, давай. Мы с там ядро не смотрим. Ну что, центр. Готово? Да. Центр ядра и толкай так. Да. Время для мастерковой пошло. Вы смотрите финальную игру «Форти Боярд», сезон 2006 года. Внизу, внизу! Под тобой, да. Внизу, да. Так, чуть-чуть его сначала, да. Подтолкни, да. Вот так, нужно схватить его снизу. Теперь в серединку. Не торопись, Свет, не торопись, спокойненько, направь серединочку. Да, давай. И потихонечку. Чуть-чуть упрись, да. Теперь надо поднять эту палку, чтобы она в середину ядра так была, знаешь? Ничего, Светуль, молодец! Молодец! Еще раз так же попробуй! Время есть, вот так же попробуй так же! Она сейчас прям норовится. А там заталкивай, если получится. Ты можешь попробовать за один раз его бросить? У меня палец болит, как я попробую? Я одной рукой делаю. Ничего, Светуль, не торопись, время есть, потихоньку еще попробуй, Светуля. Хорошо, все, попробуй с одного раза. Спокойненько, не торопись. Да. Ничего, Светуля. Ничего, попробуй медленно, не толкай. Просто упрись так попробуй, может пойдет. Не волнуйся, Свет, не волнуйся. Время есть еще, Свет. Время есть. Мы впереди. Не волнуйся. Молодец, Светуль. Не волнуйся. Давай, разик еще и выходи. Все, разик, попробуй выходи. Еще есть. Все, бросай, выходи, Свет. Это нереально. Да ничего страшного. У нас Свет. Хорошо, у нас Свет. Дай мне волнуйся, все хорошо. Ты все равно лучше. Yes. Практически такой какой-то загул абсолютно у красных. Я вас поздравляю, искренне поздравляю. Вы достойны этих 5 ключей. И я думаю, что все-таки здесь есть еще спортивная удача. Сожалею, что у красных всего 3. Мне бы больше нравился разрыв пары. Сожалею, что у синих только 3 ключа. Но лучше бы было 4. Но тем не менее. Ключ от главной сокровищницы я передаю красным. И хочу сказать, что в этом сезоне бывали случаи, бывали варианты, когда команда, получившая все шансы и которая вошла на плато, не выкладывала слово. Был еще один случай, когда команда угадала слово, но жажда наживы оставила их за решеткой и выиграла другая команда. То есть не отчаивайтесь, потому что я вижу, что вы немножко... Я как бы подбадриваю богатырей для того, чтобы Лена не расстраивалась. Я же вижу. Ну, смотритесь, нет. Игра есть игра. 4 подсказки дадут возможность правильно угадать ключевое слово в сокровищнице. У каждой команды есть шанс выиграть в 2 приключениях и в 2 дуэлях. Правильный ответ на загадку «Фура» – подсказка одинаковая для обоих составов. Если игрок или команда не успевают уложиться в отведенное время, подсказка сгорает. Команды имеют право получить дополнительные 2 подсказки, но для этого они должны принести в жертву 2 игроков. Открывать капсулы с подсказками игроки имеют право только перед сокровищницей. Ну что, давайте мы сделаем следующим образом.
Александр Иншаков, вы отправляетесь сейчас, мы переходим сразу к приключениям, боремся за подсказки. Сходите, повидайте скрягу Фура. Вперед. Передайте его привет. Могучие мстители. А Алену Свиридову я хочу попросить пойти приготовиться к приключению, которое называется «Колокол». Полетаем, Алена. Да, хорошо, полетаем. Вперед. Вперед. Куда только? Летим. Вот сюда. Вот. Вот да, 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 да. Ну что, и посмотрим, да, как справится 60-летний старец Иншаков. А я хочу, чтобы знали. Пусть знают и завидуют. Я просто не уверен, что скряга Фура старше, чем прихожанин. Как тяжело сюда ко мне взбираться, зато легко с подсказкой уходить. Подсказка есть, от вас нужна разгадка. Француз при встрече первым делом ее вам имя назовет. День напролет бы спать хотела та, что ночную жизнь ведет. И кто она? Ответ? Ну-ну. Француз при встрече первым делом ее вам имя назовет. День напролет бы спать хотела та, что ночную жизнь ведет. Не угадали. Нет. Подсказка остается у меня. Но... К сожалению. Ну, запомни. Vouloir, c'est pouvoir. Хотеть, значит, мочь. Не все потеряно. Вперед, к победе. Будем работать. Приятно знать, что есть на свете люди, кого интересует гимнастика ума. Ну что, ребят, не расстраиваемся, идем дальше на следующее приключение. Ребята, пойдем? Лена, Олег. А где Саша? Можно не спешить. Саша к нам придет. Как вы видите, розовый фламинго покраснел, но не боится. Ну что, Алена, как себя чувствуешь? Нормально? Нормально. Команда верит, выглядишь ты замечательно. Значит, ваша задача раскачать Алену до такой степени, чтобы она достала вон ту подсказку. Практически. Алена, вы можете немножко помогать. Вы вообще в детстве любили на качелях, нет? Да, но мне однажды треснуло качелю по башке. Это качели не треснет. Да? Ну что? Давай, вперед. Мы с тобой, удачи. Начали, капитан, да? Раскачь. Капитан. Раз. Вернись, начинай. Помогай. Давай, помогай. Начинай. Вот сейчас помогай. Так. Вот, отлично. Еще, давай. В твою. Подожди. Вверх-вниз. Надо раскачивать. Вверх-вниз. Подожди, перебирай. Сейчас. Давайте правильно делать. Отлично. Еще. Сильнее, ребят, сильнее. Давай, Алена, помогай. Еще чуть-чуть. Так же. Отлично. Алена. Давай. Попробуй. Надо еще. Затягивай. Подключай. Раскачивайте в сторону. Еще. В сторону не надо. Вверх-вниз. В сторону не надо. Еще раз. Ну, еще раз. Давайте. Давай, Алена, подожди. Еще. Так же еще. Молодец. Ребят, вверх-вниз нужно. Давай. Вверх-вниз. Ребят, еще. Твое. Нельзя так делать. Сейчас могут подумать, но нельзя так делать. Где? Твое. Давай. Еще.
мне было поначалу очень страшно, и потом, я только потом поняла, что мне нужно было отпустить две руки, одну я отпускала, чтобы ловить, но в принципе можно было отпустить вторую, на страховке повиснуть, и может быть тогда мне бы удалось это сделать. Мне не хватало немножко, вот буквально вот такого расстояния, чтобы схватить. Когда я уже схватила, уже было слишком поздно, она загорелась в руках. Это приключение для Лены. Она должна вам сообщить код, она должна пробраться по ступенькам. Вот, любым доступным ей способом добраться до ключа, потом открыть два бокса и сообщить вам две пары цифр, которые будут кодом для этого бокса. Вот, старайтесь вести себя тихо, потому что ветер достаточно сильный, но, слава богу, в нашу сторону, и поэтому я думаю, что надо докричиться. Все понятно? Да. Вы постоите с нами? Лена! Можно! Потому что здесь никаких указаний вообще уже никто не дает. Лена пошла, видите? Лена, будь осторожна! Леночка, аккуратно, не торопись! Не делай резких движений. Она идет ползком. Она решила идти на четвереньках. Ну, может быть, так оно менее страшно. Дошла уже. Молодец, молодец. Она очень легкая, она не трясет веревки. И идет очень резко. Как красиво, да? Как будто бы летит. Не дай бог. Все пусть. Не даром она двукратная олимпийская чемпионка. Да, в отличие от них. Ладно, ладно, не прибедняйтесь. Знаем мы и ваши регалии. Она взяла ключ, сейчас ей нужно развернуться и идти обратно в коробку. И уже открывая коробки, она для нас добудет две пары цифр. Но идти ей нужно так же быстро, как она шла туда. Нужно не сбавлять темп. Я думаю, что она все отлично понимает. Ленка, молодец! Давай, Лена, в темпе! Возвращайся! Не торопись, Лена, не торопись! Время есть! Нет ни одной поставки. Есть! Давай! Все в порядке! На самом деле, времени мы можем только догадываться. Неудобно. Времени все меньше и меньше, подсказка может сгореть, если Лена не успеет. Пусть не торопит. Но она делает это очень быстро. Да. Лен, давай, открывай! Спокойно! Время есть, не волнуйся! Кричи громче! Сейчас, секундочку. Что это? Замок? Заело? 36! 36! Это первая цифра или нет? Это первая цифра. 36! 36! Держи ключ крепче, не урони его! Из него вряд ли что-то получится. Леночка, постарайся скорее! 4-7! 4-7. Да, да. Все! Давай. Молодец, мы открыли! Умница, спасибо! У нас есть первая подсказка, я вас поздравляю. Лена, спасибо, у нас есть первая подсказка! Давайте подождем нашу героиню. Олег. Давай, мерси. Давайте подождем. Здесь надо ждать? Да. Супер! Молодец! Отлично. Нас ждут испытания. Молодец. Молодец. Не страшно было? Ну, немножко неудобно было, потому что... Болтали. Все, ребят, не теряем времени, побежали дальше. Слышу. Бегут ко мне, когда им что-то надо. А нет бы просто так проведать старика. В следующий раз, но с уважением к вам относясь, всегда с удовольствием прихожу. Ну ладно, чем могу помочь? Хорошей подсказкой? Подсказка вам нужна, подсказка очень есть.
Нужна от вас разгадка. Вы готовы? Да, я готова. Приступаем. Француз при встрече первым делом ее вам имя назовет. День напролет бы спать хотела та, что ночную жизнь ведет. И кто она? Француз при встрече первым делом ее вам имя назовет. День напролет бы спать хотела та, что ночную жизнь ведет. Сова. Сова! Соловьеш! Подсказка ваша. Обрадуйте друзей. Спасибо. Вот так. Но еще не кончились забавы. Дело движется к финалу. Достойный должен победить. Иначе жизнь несправедлива. Итак, от красных Руслан, от синих Елена. Еще одно приключение, дуэль, лестница в небо. Вы видите там наверху подсказку? Эти две лестницы. Одна для вас, Руслан, одна для вас, Лена. Команда, ваши партнеры помогут вам стартануть, забраться. А дальше кто первый, тот и взял. Да? Счет на сей момент по подсказкам 1-1. Вперед! Отлично. Давай, отлично. Леночка, давай. Солнце, давай, Молодец. Ребята, у нас вторая подсказка. А у нас одна по-прежнему. Лен, все хорошо. Маленький лист, маленький, да? Видимо, есть немножко. Как же обидно, что приходится болеть еще за одну. Право первой войти в сокровищницу и выложить ключевое слово получает команда, которая выиграла большее количество ключей. В случае, если слово выложено неправильно, команда соперников, проигравшая в испытаниях, имеет право войти в сокровищницу второй и выложить правильное слово. Команда, которая не успела выйти из сокровищницы, проигрывает. И тогда победителями считаются их соперники. Учитывая то, что сегодня финальная игра, я решил пригласить финалистов сюда, в подвал форта. Я надеюсь, что эти мини-дуэли запомнятся им надолго. Все будет не так просто. Ребят, все пришли, все на месте. Вас сейчас ждет мини-дуэль, но награда будет весьма существенная. Двойная подсказка, она нам всем очень нужна. Вас кто-то, я знаю, очень ждет за этой дверью. Паспорту, вручи, пожалуйста, кристалл Руслану. Руслан. А вы вставьте кристалл в лапы тигру. Тогда запустится механизм и откроется волшебная дверь. От синих я приглашаю Александра, от красных Игоря. Игорь. Давай, Игорь Игоревич. Лучше боком, а то не влезете. Нет, я боюсь, что не так. Они не влезут. Они готовы. Плечи. Александр, вы становитесь с этой стороны. Игорь, вы с этой. Условия этой дуэли следующие. Во-первых, ваша команда должна выиграть две дуэли. Это первое для вас. На среднем пальце руки вы должны на выключенном локте держать над нитью этот груз. Локоть должен быть выключен. Кто первый коснется этой нити, тот проиграл. Вы готовы? Готов. Начали.
первая победа синих. Я благодарю вас. Пойдите. Это было достойно и красиво. Ну что, ребят? Что? Саш, ну кто? Игорь. Ну, была победа меня. Чуть-чуть придержал Гарька. Понятно. Саня передержал. А что было вообще? Нужно было держать на среднем пальце руки, на вытянутой руке с выключенным локтем. Груз, кто больше передержит над веревочкой. Просто, наверное, устали уже. Ну, и устали, но и видно, и по, и видно по здоровью. У Санька покрепче оказались плечи. Я меньше работал, Тимон. Но сегодня у тебя просто нагрузка была очень большая. Я не думаю, что из-за этого. Я думаю, это вот здесь потенциал находится. Ну, ладно. Будем ждать. Но, по крайней мере, совсем не обидно ему. Саш, я поздравляю вашу команду. Еще рано. Месье Буль, ля порция, люблю. Я приглашаю Елену и Алену. Вам поместиться будет значительно легче. Удачи. Прошу. Лена, вы с этой стороны. Алена, вы здесь. Итак, я напоминаю, что вы сейчас боретесь в финальной игре, поэтому подсказка двойная. Одна победа у синих уже есть. Дуэль идет до двух побед. Если сейчас выиграют синие, подсказка их. Если красные, мы продолжим. Объясняю вам условия этой дуэли. Вы должны открыть парные карты. Открываете одну и потом пытаетесь угадать, где лежит такая же карта. Если вы одну пару открываете, вы продолжаете игру. Если вы не открываете пару, то продолжает противник. Если вы открываете череп с костями, то это переход хода. Есть еще вопросы? Мне очень важно, чтобы вы понимали. Если в чем-то сомневаетесь, спрашивайте. Начинает Елена. Еще одну пару надо открыть, и вы победите. Переход хода. Ничья, проходите, пожалуйста. Встретимся на плато. Нет, вот сюда. Пока ничья. Ну что? Нет? Алена, да? Поздравляю, Алена, молодец. Что там было? Что? Ну, как мемори, детская игра, когда переворачиваешь, да, и находишь. Потом закрываешь, если находишь парную. Надо помнить, которую открывал, тогда открываешь следующую. Отлично. А почему так долго? Ну, сначала у нее хорошо получалось. Пошло, да, потом. Да, потом она открыла. А много было так? Нет, было достаточно мало, то есть запомнить было легко, но это как на везение. Да. То есть кто-то... Месье Буль, ля порш, си вупле. Я вызываю Алексея и Светлану. Ого. Счастливо, ребята. Прошу.
подземелье форта. Алексей, вы с этой стороны. Светлана, проходить на эту сторону. Итак, я напоминаю, что у красных две подсказки, у синих одна. Сейчас по этим дуэлям счет 1-1. Подсказка вот она, двойная. Вы помните, да, Светлана? Да. Алексей, двойная подсказка. Специально для финальной игры. Значит, будьте внимательны. У вас есть вот эти вот шарики, есть эти лунки. Я вам сейчас покажу комбинацию из таких же шариков. Вы постараетесь ее запомнить и выложить. Кто выложит правильно, тот и победитель. Рассматривать вы будете эту комбинацию 10 секунд. Собрались, готовы? Светлана? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Старайся. До первой ошибки, я просто этого я не знал, к сожалению. И я не знал, честно слово. Не, я не знал, что до первого. Смотри. Вот. Ну смотри, раз, два, три, раз. Два. Первая ошибка. Ну, я понял. Вот, я просто... А, нет. Нет, я просто вот эти вот я сразу запомнил. А эти три как бы я уже потом оставил. Проходите, пожалуйста, встретимся на плато. Сюда, сюда, Алексей. Победили красные. Месье Лабуль, мерси. Какая молодец! Что там было, Света? А там, там, значит, нужно было нам показали систему шариков, которые были возможны три цвета. И нужно было сложить их все по памяти. Так получилось, что я запомнила... Что у тебя очень хорошая память, так получилось, Нет, я запомнила только первых три, остальные с руганью в душе поставила в хаотичном положении. А он выстроил систему и практически все правильно сделал. Но он не подумал, что вначале, Лешка, вначале нужно выстраивать. Представляешь, на количество совпадений. Я не знал, что и Лейтер Мольник берет, значит, вытягивает. У меня правильно, у нас одинаково с ним. У меня правильно, а он ошибается. А у него дальше там хорошая система. Вот такое вот шоу. Супер, я тебя поздравляю. Леша, не расстраивайся. Лёха. Ребят, мы будем готовиться. Пойдемте на плато. Пойдемте. А что еще? Пойдемте. Я по-другому подумал систему. Итак, дорогие друзья, близится к завершению сезон, русский сезон на французской Атлантике в Форте Боярд 2006 года. Передо мной две команды, участники финальных состязаний. Сегодня в счете ведет команда красная, у них 5 ключей, и они первыми войдут в сокровищницу. И у них 4 подсказки. У синих 3 ключа и 1 подсказка. Правила те же.
Вы должны мне сказать, сколько пленников вы оставляете взамен за подсказки. Это касается и красных, и синих. У синих всегда есть шанс, что двоих оставляете. Можно подумать? Пожалуйста. Через несколько минут решится вопрос 2006 года в Форте Боярд. Кто из русских команд станет чемпионом? Ну что, капитан? Давайте. Руслан, мы что? Мы оставляем двоих. Двоих? То есть наверняка. У вас будет 6 подсказок. Да. Нам часто не везло, поэтому хотим... Наверняка. Вам это не везло. Нет. Нет, вас говорит сейчас опыт. Все-таки это 4-я игра сегодня. Ведь я не ошибаюсь, да? Да. 4-я игра. Ну что, пожалуйста. Значит, берите подсказки, дальше я напомню, что мы делаем дальше. Все-таки девчонки остались. Секунду, Игорь, не открывать пока. Это можно делать только по времени. Секунду. Лучше распределить свои действия. Не торопитесь. У вас уже есть окна. Все? Все готовы? Значит, как только я дам команду, вы открываете подсказки, совещаетесь, стараетесь это делать тихо. Вы меня слышите, да? Да. Главным образом это касается вас, потому что они могут услышать подсказку и наверняка тогда угадать ключевое слово. И, естественно, используйте все время для того, чтобы добежать до решетки, вставить ключ, открыть решетку, выложить ключевое слово и вынести золото форта. Все ясно, да? Вопросов нет? Время пошло. Давайте, ребята. Давай. Большая подсказка. Моника в последний раз в этом сезоне уводит тигров. Держи, я девочка. В каком-то смысле это грустный момент. Мы прощаемся с фортом в 2006 году. Вы много теряете времени. Время идет. Красный, ты жив? Удивительная ситуация у меня. Они всегда так быстро угадывали ключевое слово. 6 подсказок, а они не направляются к сокровищнице. Судя по состоянию красных, синий, у вас есть шанс. Давайте попозже, ребят, на ходу думайте. У нас время. Команда красных замешательства. Ну, может, это и хорошо. Думайте на ходу. У вас мало времени. Открывай. Здесь? Хорошо, распределите сразу по буквам. Да-да. Девочки сверху будут вам подсказывать. Рычаг. Дверь пошла. Решетка пошла. Руслан, у вас крайне мало времени. Давайте, ребят. Давай. Сейчас, давай проверим. Вот.
Еще раз, по буквам. Мысль. По буквам, проверьте, чтобы не было ошибок. Быстрее, ребят, еще раз. Девочки сверху, подсказывай. Все правильно? Да. Да, зачем да. У тебя в руках этот шар? Положи его. Нет, мимо его убирай. Моника, они готовы. Сезона 2006 года. Но тем не менее я хочу первыми поздравить тех, кто занял второе место. Вы отгадали слово? Молодцы, а почему столько страданий, Катя? Не выиграли. Не выиграли. Страшный наигрыш. Ну, не выиграли, потому что было мало ключей. Ну что, я благодарю команду наших богатырей, спортивную команду, за ту радость, которую в этом сезоне вы доставили вашим болельщикам и телезрителям. Спасибо вам большое за игру, это было замечательно. Спасибо. До встречи в следующих сезонах. Браво. Ну что? Увидимся в следующем сезоне. Это идеально. Они здорово играли. Кстати, самая лучшая игра это была с ней. Потом мы шли очень в легкую, скажем так. Но они, видимо, приняли во внимание все те ошибки, которые совершили в первой игре, и не сделали их последние. У меня в команде народ примет побеждать. То есть в нашей команде. Я имею так право даже сказать. Ну, правда, не всегда получается быть первым, но на ошибках учиться. Потренируемся немножко, займемся тем, чем надо заниматься. И я думаю, в следующий раз шансов не дадим никому. По спорту! Фантастика! Проверим, сколько удалось финалистам все-таки. Они все-таки вдвоем. Руслан и Игорь. Ну, много не получилось, к сожалению. Времени было мало, и вы были вдвоем. Килограмма 980 грамм. Это ну всего что, два человека. Я поздравляю. Но спасибо большое. Я ждал этого момента, потому что в этом сезоне я последний раз поднимаю этот замечательный мешок. В нем 2 килограмма 980 грамм. Вручаю это капитану Руслану Нигматуллину. Браво! И теперь самое главное и удивительное. Чем отличается русский сезон в Форте Боярд? Я открываю вам тайну, что ни один из победителей этого сезона золото из форта не забрал. Все золото у меня, потому что все команды хотели победить, но победили вы. И все золото они отдают вам. Это ваше золото. Никто меня не спросил, что это за сундук. Это все ваше. Здесь 87 килограмм 500 грамм, что соответствует приблизительно 1 200 000 рублей. 87 килограмм 500 грамм золотых боярдов. Спасибо командам. Они ваши. Молодцы. Пересыпай. Супер. Ну, мы в свою очередь. Да. Все, скажем. Ну, мы все собирались сказать это.
подумать. Да. Что же, что случилось? Какие-то идеи есть, да? Да, мы в свою очередь думали над этим. Мы не знали даже, что нам команды отдадут все эти деньги, но мы уже собирались как бы свою часть передать денег. А сейчас, тем более, что все команды отдают. И вот мы решили передать все эти деньги детскому центру по изучению болезней крови, если это возможно. Поэтому... Я считаю, что мы тогда не зря провели этот сезон здесь, на французской Атлантике. И я думаю, что так и должны поступать настоящие победители. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Здоровья, всем здоровья. Победители финала прощаются с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.